Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте поговорим о самой простой, самой доступной иммиграции в Австралию. И с вами канал «Одна Австралия» и я, Александр Петров. Я думаю, вы заинтригованы, видите сзади меня не Сидней, да, это не Сидней. Вообще-то это Сидней, это район Виндзора, но Виндзор это региональный Сидней, это региональная Австралия. А это значит одно, это облегченная иммиграция в эту страну. Ведь вы к этому стремитесь. Теперь давайте посчитаем, сколько же баллов можно получить за региональную иммиграцию. Обучаясь здесь не в высшем учебном заведении, а аналоги нашего ПТУ техникума колледжа, можно получить 20 баллов, то есть 10 баллов образования, 5 баллов, что в Австралии 5, что в регионе 20. Человек обычно одинокий. Ну так получается, что в основном у нас едут одинокие люди. Даже если с партнером, то квалификация партнера может те самые 10 баллов добавить. Итого 30. Крайне редко люди старше 40 бывают. Но опять-таки у них тоже не все потеряно. Хотя в 45, да, такие, да, почти потеряно. Хотя вот Евгений Киселев и Алексей Чехунов говорят, таки нет. Вот и смотрите ролики с ними, потому что у них есть очень хорошие по этому делу подсказки. А предположим, 20 плюс 10, 30 баллов вы добавляете как минимум 25 до возраста, может быть и 30. А даже 25 плюс 30, это уже 55. А регион это 15. Итого 70. Но рабочая специальность, если мы говорим о рабочей специальности, а именно это упрощает иммиграцию, сокращает сроки и делает, ну и по финансам, более доступным такое образование, такую иммиграцию. А год стажа это 5 баллов, то 65. Обычно этого достаточно. Но если вы здесь учились, здесь жили, здесь и живете, здесь и работаете, то у вас критерии оседлости соблюдены очень даже хорошо. Но не забывайте о том, что вы же английский можете сдать и не на шестерке, а на семерке, тогда вы больше набираете на десяточку баллов. А если восьмерки, то и на 20. А если еще и community language, то 25. Ребята, реально, кстати, набрать 3 года стажа. Я вам скажу почему. Многие рабочие специальности, они составные. То есть вы учите какой-нибудь 4-й сертификат, и через год вы уже специалист, вы уже работаете по специальности, стаж вам идет. Но у вас еще продолжается учеба, диплома продолжается. Иногда год, иногда два. Как вам удобнее и выгоднее. И получается, что потом-то у вас 485-я будет виза, виза выпускника, еще пару, как минимум, лет. Это означает, что и 3, даже 5 пару лет стажа вы можете сделать. Даже 3 года это еще плюс 10 баллов. Рабочие специальности крайне редко более 80, а зачастую более 70 на региональную иммиграцию дают вам зеленый свет вашей иммиграции. Давайте теперь подведем итог. Я понимаю, что не у всех у вас замечательный английский язык. И я понимаю, что трудно ожидать, что значительная часть из вас пойдет на докторскую, допустим, и даже, может быть, на мастерскую степень. Я это понимаю. Я понимаю, что у вас есть семьи и возраст порой не дающий вам максимум баллов. Я понимаю, что вы хотите все сделать быстро и дешево. Если вы готовы поступиться высотами в сфере образования, если вы готовы идти на компромисс ради иммиграции, то давайте рассмотрим рабочие специальности. В этом случае за год вы будете отдавать 10, ну максимум там 13-14 тысяч долларов. Опять-таки, это элитные рабочие специальности типа электрика, может быть, плотника или сантехника. Обычно это десяточка, ну, может быть, 12 тысяч. Это максимум. Иногда даже меньше.
И после того, как вы закончите обучение 2 или максимум 3 года, мы будем выбирать, что нам удобнее. Затратив 20, 30, 35 тысяч долларов на обучение, мы уже к концу учебы получим возможности для иммиграции. Она же составная. Вы же в процессе учебы, не перейдя даже экватор порой учебы, вы уже получаете квалификацию. Дальше стаж вам уже зачитывается. Соответственно, если вы к этому готовы, пишите. Вы видите сейчас в Виндзоре все смеркается. Вы видите, здесь хорошо, свободно, не особенно есть какой-то трафик и топ людей. Но вот что вы не видите, это то, что все больше и больше иностранных студентов приезжают в наш Виндзор и учатся. И поверьте мне, отношение к вам в среднем будет в этом городе, в этом районе Сиднея, намного выше, чем к среднестатистическому иностранному студенту. Намного выше. Поэтому вы будете иметь преференции при учебе. Вы будете иметь преференции, предпочтения со стороны работодателя. Вы будете иметь предпочтения со стороны тех людей, от которых будет зависеть получение вами 491 визы. Ну, в общем-то, и 190, и 189 тоже. Подумайте об этом. И давайте сделаем вашу Австралию здесь, в Виндзоре.